человек, красный цвет, заражен ВИЧем, белый гепатитом. Мамуль, привет. Со мной все хорошо? Ваши люди, то есть, получается, тоже, да, в плену находятся в России, правильно? А можно вам спросить, сколько вам лет? 23. Мне 23 года. Одного убили, который был сзади. Да, сзади. А второй пытался пробраться к пулемету, убил пулеметчика. Старший обернулся, кричит, ложись, у кого-то крыша съехала. Все в расцепную. У меня первая мысль была, что кто-то, ну потом уже мысль была, что кто-то может... Это рекордсмен по боевым действиям. Самый быстрый старт и самое быстрое попадание в плен. От момента подготовили, привезли на позицию, 1.5 часа плен. Они были в бронежилетах, в касках. А вы все? Без брони. То есть они уже туда пришли, заведомо зная, что будут делать? До чего дойдет? Вас забрали тупо на улице, посадили в автобус, короче, везут на убой. Это было доказано вашим боевым опытом в 1.5 часа. Ром. А, привет. Все нормально. В плену это что? В плену? Ну, плен. Почитаешь в интернете, я сам не знаю. Я как бы не против того, чтобы он был проклят, но я бы радовался. И санкции влияют? Да. Мне сказали, что вы, по сути, свидетель вот того случая на полигоне. Да, верно. Который был расстрел. Им заплатили. Вот. Попросили никому ничего не сообщать. Ну, родным. Прямо трубки были из живота. То есть это мы забегаем вперед, мы вернемся, как это произошло, я не знаю, потому что я с вами даже не разговаривал.